Сегодня мы находимся в республике Хакасия, Саяногорске. И приехали мы сюда не просто для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами Саяно-Шушенской ГЭС, но и перенять бесценный опыт у Валерия Константиновича Железова. Валерий Константинович, огромные груши. Я вот смотрю, дерево высотой метров 5-6, а то и больше. И огромный урожай, просто-напросто невообразимый. Как этого удалось добиться? Меня что удивляло всегда, наш регион и без меня достиг многого. Уже были абрикосы 30-40 грамм, 50. Уже были апорты вот такие вот до 500 грамм весом. Вот. Сливы китайские обилие было. А недостатки были, это крупноплодные сливы, то есть питомники не занимались этим. И любители как-то отстали. И особенно по грушам. По грушам был полный провал. Заполнить его было легко. Вот. Началось все с того, что я обнаружил в диком саду, задичавшем, брошенном саду, вот эти вот самые уссурийские груши. Я долго их искал, потому что шансов не было. Ведь не зря же такой регион, столько много садоводов, а по грушам труба. Вот, нашел, вырастил. И я сделал одно из моих личных открытий, если по абрикосам я рассказывал, поколение за поколением. Условно, вот это моя метода заключалась, условно, 100 вырастил, по двое привил, а пошло только 20. Но с этих 20 случаев, это про абрикосы, я брал черенки, следующая сотня привил, я микроселекционер, получилось 50. С этих 50 следующего поколения я выбрал лучшие черенки, получилось 90. Понятно, что я же не каждого брал, а выбирал. Вот. И получил результат, то, что я вас угощал плодами 100-граммовых абрикосов. А здесь сразу пошли, причем те груши, 30-40-летние деревья, вот, пробовали их продавать саженцами, а кто ж купит, их же есть невозможно. И был полный провал, был заброшенный сад полностью, деградировавший. А разве можно считать это деградацией? Это настоящая дикая груша. С первой попытки любые груши приживались с вероятностью 80-90%. Сейчас уже 100. То есть мне фактически работать с ними не пришлось, в отличие от тех же абрикосов или персиков. Там, где биологическая совместимость, приходилось несколько поколений преодолевать. Несовместимость. Сразу. И сразу выход первого же второе поколение на сладчайшие груши. Ну, летние ушли, где-то мы, может, подобрали, где-то вы одну, может, съели. Осенние впереди, а мы сейчас самые средние. Вам понравилась эта груша. Это нарядная Ефимова. Она привита как раз вот на эту уссурийскую. Вот как раз на эту уссурийскую дикогрушу. Это любимица Мичурина. Приживаемость 80-90% совместимость. Никакие груши у меня никогда не гибли, кроме тех, которые я с каждого молодого дерева, там, 3-5-летнего, брал по 50, по 100 черенков. Это делается быстро. Черенок отрезал почти целиком, оставил 3-4 почки, 3-4 ветки. Каждую из 3-4 веток отрезал, оставил 3-4 почки. Еще, то есть геометрическая прогрессия. А потом это дерево надоело, оно умирает, потому что приростов нет, одни раны, раны. А вот это дерево почему живо? Я это рассказываю как анекдот, но согласитесь, это смешно, но истина. На ней была потеряна бирка. Пока не заплодоносила. Непонятно было, вот, что я не знал, что это такое. Нельзя ничего бояться. Это золотая медаль на международной выставке. Это гран-при. Получила ее наша советская академика Ефимова. Получила наша груша. Гран-при означает на тот год, это не помню, 1080-е годы, да? Она была признана лучшим сортом в мире. Представляете? Ну, сорт вкусный очень. Вкусный. А красивый какой. Вкусный и красивый, а да. А она еще вызревает только. Валерий Константинович, очень важный момент. Как правильно посадить грушу? Я вот вижу, она у вас растет на холмике на таком. Почему и как вы ее посадили? Один из секретов, который до сих пор не знает большинство садоводов, включая профессионалов. А наша задача эти секреты раскрыть и донести их до простого садовода. Понятно. Так вот, что груша одна из самых уязвимых деревьев на выпривание, на сырость. Именно, они-то садят именно поэтому и делается холмик, на который высаживается растение. Проветривание максимальное. Посмотрите. Корневая шейка как была до посадки, там так, же так, она. Так она и осталась. Да. То есть для посадки мы берем почву, та, которая есть, насыпаем сюда
почвы свежий, не гнилой. Ставим саженец, засыпаем. Да. И весь процесс посадки. Почва не тронутая, завезли, в одном случае тележку. Это если, допустим, те, которые не сильно боятся сырости, яблоня, груша, вишня, а признак у них такой, отводки, она же может вообще обходиться без центрального корня, да? Ползет, найдет сырое место. А этим-то не могут. У них особенно. Им уже надо не тележку, а хорошо бы 3-5 тележек повыше. Вот тогда самый большой дождь все равно растекется. Вот. И не будет никакого застоя воды, и, соответственно, да, весной будет все в порядке. Ну вот, полное ведро груш – это лишь малая толика того, что вы, дорогие друзья, можете создать у себя в саду, имея полноценные саженцы, полноценный сад.